Привет, друзья! Меня зовут Владимир Бероев. Я фотограф, арт-директор, цифровой художник и режиссер. И это юбилейный выпуск «Вова Болталок» номер 20. И сегодня буду говорить про музыку, а точнее про музыку из голливудских фильмов, про саундтреки и про тот концерт, на котором я побывал буквально вчера в Санкт-Петербурге. Собственно, отсюда сейчас и делаю запись. Концерт получился прекрасный, концерт получился великолепный. Это оркестр, который называется Imperial Orchestra. Он, кстати, дает свои выступления и в Москве, и в Питере. А с туром, который посетил я вчера, он едет вообще по всей России, то есть много будет разных городов. Это музыка Ханса Циммера, это так называемый стиль медлей, то есть некий попурри, такие сборки, переаранжированные оригинальных композиций, но, что самое главное, сыгранные действительно большим симфоническим оркестром, то есть не какими-то квартетами, не какой-то переигровкой, не какой-то интерпретацией, а действительно огромный оркестр, где много десятков музыкантов. Вчера это был еще хор, там порядка 30 человек, и в целом восприятие этой музыки, оно очень настоящее, оно такое, какое оно должно быть, какое задумывал композитор, какое мы слышим в фильмах, и поэтому ощущение, общее ощущение от этого концерта, оно просто невероятное. Это было на стадионе в Питере, это был Ледовый дворец. Посадка была, ну, я думаю, процентов 90, это где-то около десятка тысяч человек. И для музыки, которая не является поп-музыкой, да, которая все-таки достаточно специфична, это, конечно, ну, на мой взгляд, прям супер успех. Поэтому, конечно, отдельной похвалы заслуживают маркетологи, которые собрали всю эту историю, обеспечили вот такую совершенно невероятную продажу билетов, такую посещаемость. В особенности, кстати, я это заметил вчера уже, когда концерт закончился. Концерт, кстати, шел 3 часа, когда все эти люди выходили со стадиона. Было ощущение, что был концерт «Руки вверх» или Филиппа Киркорова, Басты, ну, кого-то еще, да? Нет, это был концерт саундтреков. И то, что люди ходят на симфоническую музыку и таким образом популяризированы, это, конечно, очень здорово. Такой концерт можно смело назвать событием. Событие для людей как некое эмоциональное переживание, потому что, безусловно, музыка, созданная для саундтреков, конечно, ее основная задача – это поддерживать фильм, давать ему еще одно измерение восприятия, но музыка Ханса Циммера, который, собственно, был посвящен вчерашний концерт, это еще и те треки, которые прекрасно слушаются отдельно. Буквально для каждого фильма, ну, процентов 80, наверное, это все-таки темы, сопровождающие различные действия, и они, наверное, не столь узнаваемы, их отдельно тяжело слушать. Но, например, такие темы, как музыка из «Гладиатора», музыка из «Пиратов Карибского моря», даже люди не посвященные, они ее, по крайней мере, узнают, потому что все-таки те мотивы, та тема, которая лежит в основе, она очень хорошо ложится на восприятие, вплоть до того, что можно даже напевать. Акцент, сделанный в этой программе именно на музыку Циммера, помогает широкому зрителю познакомиться с этой музыкой отдельно, независимо от фильма. И в этом плане, на мой взгляд, это все-таки расширяет то удовольствие, которое они могут получить от музыки. А дальше я хочу рассказать о том, что мне особо понравилось, и те небольшие шероховатости, которые я все-таки подметил. Прежде всего, программа организована таким образом, что есть некий ведущий, такой голос, который звучит на весь стадион, хорошо поставленный голос. Перед каждой композицией он кратко рассказывает о фильме, которому будет играть следующая тема. Меня лично этот голос и вот эти вот подводки, такие дисклеймеры, не то чтобы раздражали, но немножко мешали, да, потому что мне, конечно, хотелось больше погрузиться в музыку, без вот этих перерывов. Но я думаю, что с точки зрения организации всего процесса, так как это воспринимают люди, конечно, это все-таки правильный подход. Би-би-би-би-би-би-би-би.
Какой ветер сильный, кобздос. Дальше особенность того, что концерт проходил на огромном стадионе, точно так же накладывала свои нюансы. Прежде всего, то, что все-таки сиденья стадиона стоят, ну, буквально один к одному. И даже при весьма недешевых билетах, в общем-то, если, например, вы сами крупный мужчина, что могу сказать о себе, слева от вас будет сидеть крупный мужчина, справа от вас будет сидеть крупный мужчина, нет ни подлокотников. Ничего, вы будете сидеть достаточно плотно. Все-таки музыка симфоническая, музыка к саундтрекам, она как-то подразумевает какое-то открытие, раскрытие какое-то, да, то есть ей как-то нужно, я не знаю, чего, покачиваться, как-то ногой подстукивать. И здесь в таких стесненных условиях, конечно, это делать несколько сложно, соприкасаясь вот так вот с другими мужиками. Причем, кстати, это касалось даже и супердорогого партера. Я сидел примерно в амфитеатре, увидел, как люди в партере точно так же супер плотно вот так сидели. И, ну, не знаю, вот в этом плане, мне кажется, удовольствие было под большим вопросом. Впрочем, меня лично, по-моему, вселенная в этот раз услышала. Концерт был из двух действий. На втором действии группа из четырех таких людей, рядом сидящий как раз вот такой вот крупный мужчина, просто ушли, потому что я думаю, что просто поняли, что не их формат, что воспринимать им все-таки такую музыку тяжеловато. Поэтому второе действие у меня лично воспринималось гораздо более проникающе, что ли, да? Вот, получил от него, честно говоря, больше удовольствия. Но при этом, возможно, это еще и наличие тех композиций, которые я лично знаю гораздо лучше, чем те, которые были в первом действии. Поэтому, в общем, от второго акта, от второй части концерта я получил больше удовольствия, честно говоря. Следующий момент – это все-таки, опять же, про формат стадиона. То есть, когда на стадионе выступает, ну, какой-то поп-музыкант, даже рок-музыкант, когда хорошее оборудование, хорошие колонки во все стороны, это менее критично, чем выступление симфонического оркестра. Поэтому, как ни странно, я думаю, что те люди, которые сидели в партере, и несмотря на то, что там никакого поднятия отряда к ряду не было, то есть им, в общем-то, видно было, я думаю, что далеко не всю красоту оркестра. Оркестр был красиво подсвечен, было много людей. Я думаю, что эти люди больше слышали именно сам оркестр, сами инструменты. А до нас основной звук – это были уже колонки. И в колонках, несмотря на то, что в целом качественное расположение было, позиционирование, да, то есть мы все равно могли воспринять, где какой инструмент играл, все-таки некоторые вещи, на мой взгляд, как-то сливались, и акценты тех или иных инструментов, они все-таки перераспределялись относительно того, как играл, наверное, сам оркестр. Я не думаю, что это было понятно всем абсолютно слушателям, но мне, в силу того, что я очень люблю саундтреки, в том числе саундтреки Ханса Циммера, знаю, хорошо знаю, даже наизусть практически знаю, как они звучат в оригинале, кое-где ощущение у меня немножечко смазывалось от этого, честно говоря. В общем, в итоге получается, что с одной стороны формат стадиона – это совершенно грандиозное такое пространство, да, потому что оно было очень неплохо подсвечено, да, может быть, это не был прямо совсем какой-то шедевр. Я все-таки был на каком-то количестве концертов там того же Джастина Тимберлейка или Джорджа Майкла, когда, на мой взгляд, освещение было сделано более интересно, но, тем не менее, для того, чтобы как-то визуализировать симфоническую музыку, это выглядело очень достойно. И опять же, я говорю, что для большинства людей, которые присутствовали, все равно это было большое представление, и даже если люди не могли это интерпретировать полноценно, даже если для них эта музыка была, ну, там, скажем, не супер узнаваема, я думаю, что все равно гамма впечатлений была обеспечена. Я могу сказать, что вот эта моя текущая поездка в Питер,
она уже полностью оправдана самим концертом. Я не то что не разочарован, я получил абсолютно ту гамму ощущений, те эмоции, ту радость узнавания музыки, которую, собственно, я ожидал. И самое главное, еще раз на этом сделаю акцент, в том, что эта музыка вот в таком исполнении, в исполнении такого большого оркестра, она звучит максимально нативно, максимально правильно по сравнению со всеми переигровками небольшими, которые вот сейчас можно достаточно активно встретить. Значит, что надо... Это не значит, что надо не переигрывать ее еще и в каких-то других вариациях, вот таких более локальных. Но тем не менее, если вы действительно хотите получить тот спектр, наверное, эмоциональный взрыв, то, конечно, имеет смысл слушать вот именно в таком формате. Слава богу, что он присутствует. Я не знаю, честно говоря, в каком формате это все организовано с точки зрения лицензий. Договаривались ли с Хансом Циммером, или это какая-то суперпиратская история. Но если уж это пиратская, то это прям очень глобально, потому что рекламы много. И, в общем, сам масштаб говорит о том, что это тогда очень мощная авантюра. Вот. Но, тем не менее, для зрителя... Это тот кайф, когда можно соприкоснуться вживую вот с этими, не побоюсь все-таки слова, великой современной симфонической музыкой. Да, ну и напоследок скажу еще о таком, на мой взгляд, очень грамотном маркетинговом ходе, который сделали все организаторы и, в общем, команда. Во время начала представления «Голос» объявляет, что на нашем концерте фото, видеозапись разрешена и даже приветствуется. То есть они не запрещают снимать. Пожалуйста, делайте свои видосы, снимайте на телефон, выкладывайте. Более того, есть официальный канал на YouTube, есть в Apple Music, в Яндекс.Музыке, есть их отдельные аккаунты, страницы, на которых они постоянно выкладывают те произведения, которые сыграли. То есть возникает очень интересный эффект, что вы уже в хорошем качестве можете посмотреть их выступление, профессионально снятый, плюс после самого представления вы можете пересматривать то, что отсняли сами, делиться этим. Это не возбраняется, и таким образом усиливается количество охвата, тот, который команда приобретает, возможно, в том числе поэтому, такое количество людей на симфоническую музыку, еще раз подчеркиваю. Вот. Но акцент делается на том, что вы и так эту музыку уже слышали, вы слышали ее в фильмах, но вот именно, чтобы услышать ее своими ушками, вот именно то, как вы не услышите это ни в какой другой комбинации, вот акцент делается именно на этом. Только здесь, только сейчас вы сможете именно почувствовать то ощущение момента, то ощущение трех часов, да, когда соединение с этой музыкой, именно вот с этой музыкой, именно в таком формате, вот это именно то, в первую очередь, за что вы платите и то, от чего получаете всю гамму удовольствий. А все ролики, которые можете посмотреть кроме самого концерта, это только такой уже антураж, это уже вспомогательные такие действия, да, которые просто помогают вам вспомнить, как это было, или представить, как это будет. Ну вот, как-то так, я думаю. Поэтому, друзья, это, безусловно, не реклама, но я со своей стороны прямо суперически рекомендую найти Imperial Orchestra. Если это будет в вашем городе, если это будет в Питере, если это будет в Москве, или с туром, вот то, что сейчас команда ездит с концертом музыки Ханса Циммера, обязательно сходите, если вам нравится кино, если даже вы не фанат, но вы хотите получить те мощные ощущения, которые вообще на что способна симфоническая музыка современная, не просто какая-то переигровка классики в современной обработке, а именно музыка, написанная сейчас для современных людей. И, возможно, через такую музыку вы по-новому будете воспринимать и фильмы, в которых вам такая музыка встретится. Все, на этом у меня сегодня больше информации нет. Это были Вова Болталки, выпуск номер 20. С вами был Владимир Бероев. Я фотограф, арт-директор, цифровой художник и режиссер. Пишите свои комментарии. Может быть, вы уже были на таком представлении или собираетесь на него пойти, или раздумываете. Обязательно обсудим. До скорых встреч. Пока. Всего вам доброго и настоящего. Спасибо, родной Петербург. Вы лучшие.